Я администрация не разрешает кормить голубей, чтобы это, как сказать, ну они же в туалет ходят, и на этой площади постоянно все. Блин, о, здравствуйте, шарик. Здравствуй, дорогой. Ты меня увидел? Ты меня увидел, мой золотой. Сейчас пойдем на море, я тебе много сегодня кушать принес. Пошли. Пойдем. Красавчик ты мой золотой. Пойдем, Шарюшка, пошли. Непринужденно тогда идет. Пошли, пошли, Шарюшка. Тебе надо кушать. Я понимаю, лапа болит. Ты мой золотой. Только о тебе и говорим. Вконтакте, в группе Лазаревская и на Ютубе. Что только не говорим про тебя. Господи, прости нас, грешных, блядь. Второй подмазался с биркой в ухе. Пошли, 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 мой золотой. Не надо. Да, у него все ноги поломанные. Сейчас ляжет там, полежит, там дальше пойдет. А, ой, ты мой красавчик. А лицо такое делает. Пошли дальше. У нас 17 марта. Погодка все равно прохладная. Солнышко-то выйдет, да спрячется. Шарик, Шарик на море аж бежит, соскучился по камушкам, поэтому там народу нет, он уходит на этот пятачок. Когда есть на море народ, он постоянно там, если есть кому камушки кидать. Бульон ему принес. Ты чё, присел? Кушать будешь? Шарик. Камни просит, что ему отказать, что ли? Он сюда и шел из-за этого.
спасибо за донат. Лене Артемьеве. Артемьева Елена. Что-то я заговариваться начал. Поля Донова. И Екатерина, вот забыл фамилию, написал на листочке специально. И дома листочек забыл. Завтра скажу. Спасибо большое. Не знаю, что вам показывать. Напишите, что вам конкретно показывать. Шарик гавкает, камни просит. Мало кушал, вообще мало, вообще практически не ел. И даже бульон ничего не ел. Сейчас наиграется, скушает. Солнышко не выходит. Я когда выходил, солнышко было, а сейчас нету. Может, хотите, чтобы я в Гагры съездил или там по Абхазии видосы поснимал? Вчера за Крым скинул ВКонтакте и в Одноклассниках 20 видео на Новый год, когда был. Или в другую сторону. Гильжи, Канапа, Новомихайловка, Архипа Осиповка. Вы не думайте, что я на нем издеваюсь. Он сам просит камни. Кто постоянные подписчики, они в курсе. Вот сейчас не буду камни кидать. Будет гавкать. Идем, Шарик, посидим на берегу.
Просто слушайте море. Больше нечего снимать. Когда туристы начнут ехать, тогда движуха будет. Цены будем снимать. Все сколько стоит. Пляжи. Сейчас все пустынно, никого нету. Вот видите, камень просит. Шарик. Ну-на-на. Не буду я ему одевать ни ошейник, ничего не буду делать. Пусть живет, как ему нравится. Свободу лишать нельзя никому вообще, ни животным, ни людям. Вот он 10 лет бегал по пляжу, вот и пусть бегает дальше. Я надеюсь, если эти приедут на обстрел или усыплять там, ну, в общем, то они его, по-моему, не тронут, они его все знают. Если эту нашу знаменитость украсть, застрелить, такой кипиш будет. Вконтакте в Лазаревской там в группе почитал. Оказывается, Шарик звезда ВКонтакта. А мы так не считаем. Да, Шарик? Сколько роликов уже с ним создано. Погоду в Москве показывают. Шарик идет по морю, балдеет. Когда мы с ним купались на 8 марта, 9 марта. Когда камушки играет, ему и еда уже не нужна, все. Хочу, чтобы Шарик прям насытился, много съел. Два килограмма, интересно, съест он сегодня или нет? Давай, кушай. Давай, кушай, мой золотой. Шарюшка. Кушай, кушай, кушай. Чего? Блять, эти камни. Эти камни. Ну чё ты?
пойдем туда, к столу. Боится шарика, что ли, туда идти. Идем. Ага. И... Дождик заморосил. Это та с биркой, которая. Шарик идет поляну пробивать. Что они здесь делают? Шарика, поваляться не хочешь на песочке? Поваляться на песочке не хочешь? А? Дождь заморосил, мы спрятались под навес. Ну что ты делаешь, Сарюшка? Ну свалишь меня, ёлы-палы. Шарик. А ты мой золотой. Ну ты мой красавчик. Вот так. Такой классный песочек здесь. Шарик, ты спать хочешь? Спи, спи, Шарик, спи. Глазки открой, открой. Замерз он, да, ну. Дрожит прямо весь. Солнышко когда так быстро согревается? Ну, он играл в камушки. И немного подзамерз, скажи я, да, Шарик? Да какой он красивый. Балдёж, у нас. Балдёж. Какой он красавчик у нас. Мой золотой. А вы куда? Баню. 2 часа. Через море иду, ну вот еще рано, я минут без 15, ну в общем полчаса еще я могу гулять. Шарик, ты замерз, лапки дрожат у тебя, лапки дрожат. Угу. Ну? Ну, солнышка нету. Переохладился. Дождичек прошел еще. Солнышко-то так, он иногда выйдет и растянется, и ляжет так на солнце. Да. Спать хочешь? Он спать хочет, глаза закрывает. Ага. Прямо тебя бы закрыть какое-то... Помещение в теплое. Ага. Да с удовольствием, блин, ну куда же Шарюшку закрыть? По его шее никакой ошейник не подобрать. Нет, все. Шея у него. Мы решили, да. Вернее, я решил... Конечно. Ничего ему не одевать, иначе он потом нам... Сам все мошенники оденет, отомстит нам за этот ошейник. У внука, да, как называется-то, лайка, что ли, да? Ну, лайка есть. Лайка, да. Такой тоже. Спи, мой золотой, спи. Развалиться хочется. Спи, не бойся. Разваливайся. Давай, спи, мой хороший. Ну вот и... Ну, женщина подошла с полотенцем и купается. Морж. Дождь идет слабенький. Туча на месте стоит, колом не уходит никуда.
Чаек, чаек, соблазняю. Кинул корма немного. Залетали. Подожди, я шарика накормлю, потом тебя. Подожди, подожди. Подожди. Давай. Хруст такой. Вторая собака тоже за нами увязалась. И шарик в центр идет со мной. Там ему теплее будет, чем на море. Просто холодрыга такая стала резкая. Дождь идет. Я еще ноги промочил на этой волне.
Посмотрим, как он пойдет дальше. Ага, по своему месту пошел. Нет, свернул. Шарик! Ой, господи. Что бы я без него делал бы? Я с ним хожу, разговариваю. Сутками молчишь. Надо ему согреться где-то. А где? Вот в чем вопрос. Мы будем смотреть, где он место себе будет искать. Приземлиться надо ему. Тем более еще дождь идет. Ну куда пойдем, Шарик? Там мокро. Голуби съежились, всем холодно. Под навес, ага, вот он в кафе пошел. Правильно, молодец, Шарик. Садись там в кресло и сиди. Садись там, садись, садись. Садись, в кафе тебя не пустят, здесь садись. Вот там и сиди, там и сиди. Молодец. Все, пока, Шарик.